дамы и господа, я в окружении двух прекрасных дам наконец-то дорвался. Екатерина, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Наша компания называется Air Liquide. Мы французская компания, нам уже более 100 лет. Работаем в России с 1989 года. У нас 15 производственных площадок в ключевых регионах Российской Федерации. Это северо-запад, центральный регион, это Волго-Вятский и также на Сахалине. В Сибири сейчас строится завод. Наталья, а вы расскажите, чем уникальна ваша компания? Ну, смотрите, у нас в компании много разных направлений, как это, металлургическое, машиностроение, здравоохранение, то есть вот это вообще огромный такой холдинг. Я представляю направление пищевая промышленность. И вообще, так сказать, такой уникальный отдел, как развитие бизнеса для пищевой промышленности. То есть это мы не продавцы, а мы партнеры для наших клиентов. Ну, наверное, так сказать, поскольку Retail.ru, то, наверное, самая интересная и востребованная сейчас технология на российском рынке – технология упаковки в газовой среде. Для того, чтобы сохранить охлажденный продукт, готовое блюдо в первоначальном таком продлить срок хранения продукта, который обладает свойствами исходного продукта. То есть сохранить свежесть там, да, и все качества продукта, но продлить его срок хранения. Поэтому, соответственно, крупные ритейл, как бы компании имеют уже собственное производство и думают, как вообще, так сказать, это сделать. Да? И, соответственно, тут они обращаются к нашей компании. И мы очень рады, что мы работаем с многими компаниями и хотим, так сказать, расширить наш круг клиентов. Мы предлагаем технологию упаковки в газомодифицированной среде. То есть это вот для готовых блюд это азот плюс углекислота. Соответственно, это мы продлеваем сроки хранения, а также, на самом деле, можно исключить полностью химические консерванты. То есть это вообще уникально, это как раз здоровый образ жизни. Ну, плюс это логистика, оптимизация и так далее, потому что упакованная продукция, да, с долгим сроком, так сказать, соответственно, для ритейла вот все, что нужно. Еще и качественное. А может, на эту выставку вы привезли какие-то инновационные технологии? Расскажете? Да, привезли. И даже когда мы были сейчас у вас на сессии прекрасно, мы познакомились с компанией «Кузина», которой мы просто договорились уже о наших тестах. Это тесты криозаморозки. То есть у нас еще помимо упаковки есть технология такая инновационная заморозки продуктов в жидком азоте. Это можно их заморозить, можно охладить. Вообще это такой art of play. То есть можно делать что угодно, даже криокухню. Но это, так сказать, следующий этап. Вот. Поэтому, соответственно, мы тоже уже в России работаем, да, с нашими клиентами. Вот. А так вообще мы предлагаем попробовать. Один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. У нас есть демо-установка на нашем производстве в Зеленограде. Можно приехать к нам и попробовать поморозить разный продукт. А также мы на производство ставим такую демо-установочку, пробуем сначала морозить. Значит, два слова, так сказать, ну, два качества важных от этой криозаморозки преимущества. Это скорость и качество продукта. То есть это просто минуты по сравнению с часами. И, соответственно, качество уникальное. Просто как бы после разморозки продукт как новый. Поэтому, соответственно, приглашаем вас на наш демоцентр, на наши дегустации, на наши, значит, эти вот как бы такие, ну, мы тоже проводим семинары, мы вообще образовываем, так сказать, рынок, как вообще всеми технологиями воспользоваться. И у нас такой девиз, на самом деле, что вместе мы достигнем успеха. Спасибо вам огромное, Наталья. Екатерина, и для вас заключительный вопрос. Какие цели вы преследуете на данной выставке? Какие задачи вы хотите решить с помощью этой выставки? Я думаю, прежде всего, нам интересно рассказать людям, как уже Наталья сказала, это образовательный такой аспект, да, мы хотим рассказать о новых технологиях в мире. Здесь Наталья лучше меня расскажет, но, насколько я понимаю, те компании, которые будут на волне, в тренде этих технологий, да, инновационных, они как раз станут, они имеют все шансы стать лидерами рынка. Дамы, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо.